открыть первое озеро. Здесь. Здесь, похоже, прокат катамаранов находится. Работает он с 10 утра до 20 вечера. Площадка. Вода вроде чистая, мусора нет. На том берегу рыбку ловят. Отсюда заглянуть.
Вот тут какой-то домик странный. А вот в этом домике, в странном, какие-то мужские голоса разносятся. Наверное, лешие какие-то местные. А вот в этом месте когда-то была площадка в виде крепости, если я не ошибаюсь. Остались еще какие-то стены. Здесь деревянные конструкции всякие разные. Какие-то деревянные кубы здесь непонятные. И остатки крепостной стены. Площадка была здесь. Какие-то коты разные здесь нарисованы на этих кубах. Крепостные стены. Раньше здесь... Нет, раньше здесь так и было, наверное. Ну ладно, пойдем здесь тогда спустимся. Пойдем здесь спустимся. Вот. Рыбачки уже ушли. А здесь вообще пройти можно? Провал минного городка. Да.
велосипеде здесь, наверное, хорошо кататься. Бабулька занимается ходьбой с палками. Трамвайчик. Слышен. И рыбачки. Ну и все, парк заканчивается. Чайки на воде.